Грозном местный житель открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе Республиканского министерства внутренних дел. Инцидент произошел в 8 часов 30 минут на Петропавловском шоссе в Ленинском районе. Полицейские отрабатывали оперативную информацию, в связи с чем остановили машину в Ford, водитель открыл огонь по полицейским. Нарушители уничтожили ответным огнем, из представителей МВД никто не пострадал. Известно, что за рулем Ford был 18-летний уроженец Надтеречного района Республики Усман Азиев. По словам помощника главы Чечни по связям со СМИ Ахмеда Дудаева, преступник планировал серию атак на полицейских. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.